17 гол. Правильно сказал? 7 пас, 17 гол. По-моему, Федька отдал. Thank you.
выстрелился. Ну, я выстрелил. Шайба попала, 6 человек возьмут. Можешь на видео посчитать. Реально 6. Смотри, ты выскакиваешь, да, шайба попадает по конькам. У вас 6. Тут если не попало, то мы не. Попало, там все видно на видео. Не, я говорю, если не попало, то не видно. Если не попало, да, то все нормально. А тут видишь, попало, но обстоятельства. Ну она прям отчетливо по конькам, понимаешь? Я понял, я знаю. Thank you.
Я смотрю, у вас Васильев бросать поворотом начал. Молодец! Thank you.
неправильно атака соперника. Да. Приготовься, 20 какой? Пошел, закрой за ним калитку. Ну ладно, ну все ошибаются. Шустрее 30 секунд. Приготовил. Открывай, побежал. Что ты ее смотришь? Thank you.
попал без номера. Yeah.
Ну ты что, так не сделаешь, как я тебе говорил. Вот. А, девушка в красном, дай нам несчастным. Много не просим. А? У меня телефон с тобой есть. Ну, мою мать, слышишь. У меня там до хрена что есть. Разблокировать вот так, буква П. Вот смотри, вот так по контуру делаешь П. На паузу нажми. Ну ты понял? Да.
Я даже в жизни не знал, что у меня такая песня есть. Хотя чему удивляться, судья-информатор проиграл Дмитрову 1-17. Хорош, 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 молодец. Молодец, блядь, что творит. Thank you.
За подножку в малом штрафе наказан Роман Алексеев, номер 43. Чё, Ром, будет 3 на 3 или не будет 3 на 3? Будет, будет, конечно, будет, сделаем. Не, сейчас не нах разберемся. А оно что вам нужен, что Каликину нужен? А ты думал, что, они не подарки, так же, как и вы в последнее время. Я тебе серьезно говорю, они прибавили, пацаны молодцы. Молодцы, молодцы. Они, видишь, играют без нервов, спокойно, блин. Это мы там. Правильно делают. Это... Покури, покури. Третьяк шоу. Сейчас было третьяк шоу. Да ладно, посиди. Сейчас за пивом кого-нибудь пошлем. Не переживай. Время как раз. А, ну тут пивнухи есть, ты не переживай. Да. Сейчас оформим. Нормально вы играете, по мере своей возможности, довольно-таки неплохо. Чудите, творите, может, кое-что на что даже посмотреть. Я тут удивился, Рома начал бросать ваш капитан по воротам. Нет, после свистка, пошел. Да, блин. Если 2-1, то чистый. Если 3-1, то чистый. Тоже чистый 3-1. Да, если 4-1, то грязный.
подальше. Две минуты, Коля!
Чего ты время остановил? Грязно! Ничего не ставится, так и идет. На паузу нажми время. Чистые две минутки тебе дали. А? Чистые две. Ну, чистые две минуты. А что две? Как чистые? Сейчас заканчивается, ты выходишь. 4 на 3. Ну ты ж хоккеист знатный, ты что, правил не знаешь? Ты ёханый баба, что ты не добегаешь?
Матч окончен. Матч окончен. Со счетом 3-2.